Страны в России были и аппетиты широкие, и раньше, но осеклись на Афганистане. Знаете, как в анекдоте муравей перевязанный идет, а кумарик спрашивает: «Что с тобой, Мурик, дорогой? Что случилось?» «Да было дело. Хотел светлячка отведать, да на окурок нарвался». Вот так нарвались на Афганистан, и аппетиты немножко поубавились. А когда погорели на Афганистане, то решили изменить политику, привлечь Европу на свою сторону, идеологи и политики, и заигрывать с Европой, чтобы усилиться до Индийского океана, Ближнего Востока, Босфора, Красного моря, а потом шлепнуть и Европу. Афганистан, а потом и другие трудности, а потом еще теперь Ичкерия. Ичкерия поубавила немножко аппетиты, но не приостановила. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот славянская там под этой маркой хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию, окрепнуть и там далее. Теперь с Россией никто и в союзе, в военном, не только в военном, и в экономическом, и в политическом, и даже в торговом отношении никто не хочет быть. Уж хорошо изучили.